Не слушай больше. Еще раз пройду. Не слушай больше. Я сейчас остановлю еще. Не слушай, я прошу. Дамы и господа, очень яркий захватывающий поединок. Крики Барыра и Тита. Россия, Белоруссия. Ну, поздравляем тебя с боем, таким спасибо. Зрелищным, красивым. Знаешь, я за тобой наблюдал во время взвешивания, и сегодня ты такой был сосредоточенный, очень серьезный. Ты как-то готовился особенно к этому топ-файту? Ну, особенно-то не готовился. Готовился просто 2 месяца. Ну, упорно с тренером подходили. Как обычно, готовились, как обычно, подготовка, как всегда. Мы знали, опыт есть. Хотелось выиграть нокаутом, но как-то не получилось просто. Ну, вот соперник пару раз попадал, ты как чувствовал, сильно бьет он? Не, он просто перешел с легкого веса, так он как бы не чувствуется. Накидывал больше на корпус нижним. Единственная ошибочка, надо было работать вот своей дистанции. Мог бы повалить его, то есть вот эта ошибка есть. Да. Средняя дистанция, на среднюю дистанцию выставлял. Были моменты, что... И у него как раз получается. Ближе, значит, не получается. Ну, будем дорабатывать. Что-то не получилось. Значит, ты с собой недоволен. Ну, пока не как бы хотелось, но хотелось лучше. Хотелось лучше. Думал, что намного все лучше будет. Будем делать все. Сложилось. Будем работать над этим. Ну, может быть, первый бой еще втягивается. Вот твой коллега по команде, можно сказать, по Беларуси, Андрей, он тоже говорит, представь, тяжело ему было первый бой. Да нет, он мог. У него последние тоже подсказывали, последние 1.5 минуты он не доработал. Если бы доработал, мог бы и до нокаута нанести. Но это вот ошибки, да. Просто сейчас все начинают, прошел какой-то период, и, естественно, хотят как-то проверить силы, да. Ну, я думаю, с каждым боем это будет все улучшаться и улучшаться. И техника, и удары. Жень, вот скажи мне, ты вот этот топ-файт настроен выиграть? Честно, очень сильно. То есть ты в прошлом разозлен результатом? Ой, вы что? Меня в прошлый раз вообще спалили первый бой, который я реально выиграл, и мне не отдали победу.
Ну, было, было. То есть, ну, в этот раз все будет до верного уже, да? Ну, да, мы да. стараемся, да. Все пошло, вроде как пошло все, как положено, как по маслу, говорят. Хорошо, ну, поздравляем. Не будем загадывать, зачем да. Все мысли пускай приместятся. Хорошо, поздравляю с победой и ждем тебя. Ждем от тебя красивых боев. Ты такой боец зрелищный, мастеровитый, агрессивный. То, что публика любит. Ну, спасибо. Да, спасибо. Все, удачи. Ну, как ты, расстроен, не расстроен, как ощущаешь? Нет, что остается, я сам захотел же. Хотя не моя весовая категория была. Я сам захотел, сделал то, что смог. Все, молодец. Ну, тебе вообще понравилось стафайт? Да, понравилось, мне удобно. То, что обычно от меня бегают, сейчас вот не бегал от меня, блин. Дрался, я люблю драться. Все, что там? Иногда казалось, что ты был на грани уже. Или... Ну, массы немножко не хватило. Масса ну, тяжеловато. Я полегче намного на 5. Скажи, вот если бы у вас был вес одинаковый, как ты думаешь, результат ну, был? Результат, ну, по-другому была бы ситуация. Я маленько сайдом чуть побыстрее был бы. Я уж не гонял тоже. Хотя у меня запас куча было. Сам там совсем другой был бой был. Ну ты в дальнейшем как, если тебя позовут? Да, я в любое время готов драться, я люблю драться. Но уже будешь по-другому немножко или. Ну не знаю, если, ну, посмотрим. Время покажет. Все. Ну, спасибо тебе, зрители болели за тебя. Ты очень крепкий, стойкий боец. Спасибо. Вот. И ждем тебя на Тафайте или просто в рейтинговых или титульных боях. Хорошо, спасибо.